В Дагестане активно продолжается всероссийская благотворительная акция «Собери ребенка в школу». На этот раз к ней присоединились сотрудники Хасавюртовского межрайонного отдела вневедомственной охраны, управления Росгвардии и представители фонда «Чистое сердце». Детям из малоимущих и многодетных семей были вручены портфели, канцелярия и школьная форма. Свыше 100 семей Хасавюрта и района получили адресную помощь. Как отметили представители Росгвардии, они ежегодно принимают участие в этой акции, потому что собрать ребенка в школу – это дело не из легких. Поэтому они стараются максимально облегчить эту задачу малоимущим семьям, и чтобы дети не чувствовали себя обделенными и могли получить знания.